Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Darkwood. Здесь где-то на карте нарисованы потерянные вещи. Так, что у нас тут? Камень, хорошо, возьмем. Так, смотрите, где-то здесь, совсем недалеко. Так, здесь грибы, это не то. А, вот, рюкзачок мой. Ух ты, штык-лопата у меня здесь. Гвозди, ну, в принципе, остальное все ерунда. Не очень-то мне и нужно. Ну, штык-лопата, конечно, пригодится. Хотя бы даже для того, чтобы продать. Так как лопата у меня уже одна есть, вторую мы делать с вами, наверное, не будем. Давайте-ка. Ай, что не то делаю? Вот сюда. Таблеточки мы заберем. Подлечиться нам, если что, надо будет. И излишки, в принципе... Камень нам тоже не нужен, мы его выбросим. И гнилой гриб, отлично. И побежали. Давайте с вами сбегаем наверх, прошуршим там обстановочку, глянем, что там у нас есть. Главное, так, валяется псина. Ну, это мелочи жизни. Что там за вагон, а? Я его весь прошуршал, я уже и не помню. Куча трупов валяется. И собачьи, и человечьи. Так, тупик, по-моему. Скорее... А, нет, нет. Петухи запели. Труп. Ух ты, еще даже не обшмонали мы его. И сундук. Ящик, точнее. Ну, ящик вскрыт, как вы видите. Это у нас... Это у нас домик пацана. Гнилой гриб. Скрипача. Так что заходить мы сюда не будем, делать нам здесь нечего. Время 11 час, время еще хватает, так что будем просматривать всю обстановочку. О, нет, только не этот, только не трупоед. Хотя у меня есть один заряд в моем, как говорится, дробовике. Ну-ка, давайте проверим этот. Ага, отмычка-то как раз у меня есть. Хорошо, смотрим. Таблетки и проволока. Хорошо, пускай будет так. На всякий случай пригодится отмычка-то нам. А это что такое у нас здесь? Непонятные какие-то кровавые лужи. Дерево старое пустило корни и почему-то тут же сразу и завяло. Блин, интересно, а можно в этот залезть, а? Вагон, он же вроде как перевернутый. Так, давайте проверим. О, металлическая дверь тут еще. Ого, обыскать. Порванная фотография. Какая-то женщина с ребенком на руках. Очень интересно. И все, в принципе, здесь... Что такое? Это что за дымок? Это газ. Ой-ой-ой-ой-ой, надо сматываться отсюда. Ага, зашибись. О, тихо-тихо, подожди-ка. Он, по-моему, мне ничего не делает, я смотрю, да? Ой, все, вырубился. Не понял, это еще к доктору тебе захотелось? Мальчишка ненамеренно подставил тебя. Доктор не скрывает своего ликования. Он упоминал, что ты хочешь прийти на прием. Как видишь, я нашел для тебя время. Увы, у тебя не будет возможности отблагодарить его за оказанную услугу. Ребята, это же тот мудила, за которого мы начинали играть. То есть это и есть доктор? Вот оно как. Или же я ошибаюсь? Лицо доктора внезапно стало серьезным. Я ждал тебя, поганец. Вас днем со днем не сыщешь. Вы приходите к нам, когда вам это нужно. Прячетесь между деревьями, наблюдаете, а потом как сквозь землю проваливаетесь. Братишка, ты про меня сейчас в данный момент или про кого? Я чувствую, как доктор холодной рукой берет меня за челюсть и поднимает расслабленную голову. Так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. К моему огромному счастью, что-то у вас пошло не так. Твои товарищи тебя бросили... Ты остался сам, и лес быстро к тебе подобрался. И я ведь не ошибаюсь. А откуда, интересно, ты знаешь мою историю? Как я здесь оказался? Вкусил здешней жизни, а? Понравилось тебе? Хочешь еще? Доктор достает из кармана заполненный чем-то шприц. Я покажу тебе.
Еще больше. Что ты мне, сопляк, хочешь показать, а? Накачал меня наверняка каком-нибудь час наркотой. Так, за кого мы играем? О, мы за доктора играем. Так, хорошо. Главное, мой персонаж валяется там. Как видите, у меня ничего нету. Я абсолютно пустой, как барабан. Не въехал. А это кто? Курочки здесь у нас. Ёлки-палки, это целый состав. Целый, я бы сказал бы даже. Так, о, тихо. Что здесь такое? Какой-нибудь подвох сейчас будет, да? Я не пойму, это сон у нас или мы просто играем за доктора? Кто тут? Оу. Еще утром она чувствовала себя хорошо. Слушай, я не могу понять, куда меня это все ведет, а? В окно, что ли, прыгать надо? Ого, смотрите, там кто лежит. Беги за врачом, мои настойки ей не помогают. Ага, я не могу отсюда, извините меня, выпрыгнуть. Так, что тут у нас такое? Что? Докторский саквояж. Я вколол ей успокоительное и связал руки и ноги, чтобы она никому не причинила вреда. Это все, что я могу сделать. Ядрёно, боже, посмотрите, какое чучело тут лежит. Ого, а это... Это, походу, молится тут. Персонаж. Хорошо. Какая жуть, а? Ёлки-палки, вы посмотрите. Вон отсюда, коновал! От тебя нет никакого толку! Да ладно, тут какой-то жестяк творится, трэш просто. Оу, как больно! Слушайте, неужели это все его пациенты? А может быть, он что-то тут... Помоги, ну же, сделай что-то! Спаси нас, доктор, умоляю! Или же... Сжалься, помоги мне, умоляю! Ты обещал, что поможешь нам! Лжец! Тупой коновал! Шарлатан! Неудачник! Я поговорить. Я чувствую, как моя голова лопается под напором стен вагона. Эй, слышь меня? Знаешь, что слышишь, скотина? В темноте я еле различаю расплывчатую фигуру доктора. Ты же хочешь, чтобы это закончилось, правда? Хочешь отсюда выбраться? Может, теперь ты поймешь, каково это жить среди искореженных гниющих тел, среди воплей жалких селюков? Как я должен был им помочь? Как? Сначала они умоляли им помочь, а теперь, блин, я должен от них прятаться. Доктор молчил, создается впечатление, что проходит вечность. Слышишь? Это стены, они говорят со мной. Моя девочка говорит со мной, зовет меня, я знаю, что она ждет. Я должен к ней вернуться. Она так близко. Голос доктора обрывается. Я хочу вернуться домой. Боль становится невыносимой. Ты покажешь мне, где находится выход из этого проклятого места? Силуэт доктора постепенно расплывается. Покажи мне, где? Где это? Где? В бороде. Где? Чё-то я не понял, но это что такое вообще было? Галлюцинация или что? Или очередной наш сон? Опачки, смотрите-ка. А подожди-ка, это кто? Лежит, что ли, кто-то? Так. Где выход? Чё-то не могу понять. Такое ощущение, что я от третьего лица играю сейчас, да? Вот там главный персонаж мой лежит, над ним доктор. А сейчас... А, ну да, ребят, смотрите, у нас нет ничего, значит, это опять продолжение сна. Инвентарь-то пустой, значит, это не мой персонаж. Так, тихо. Что там? Где выход? Оу, не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо. Оу, я и тут-то... Покажи мне, где? Да ладно, ё-моё. Все, ребята, ну, от этого чучела, извините, я не убегу. К тому же здесь абсолютно тупиковое положение.
показать ему, где тут, извините меня, выход. Я его сам, блин, не знаю, где этот выход. Ой, их там что, уже двое, что ли? Нет, наверное, показалось. Да хорош. Ладно, поедай меня. Тут, как говорится, бесполезно бегать. Лучше сразу погибнуть и начать уже. Опа, она ковыряется еще до сих пор. Новая запись в дневнике. Дверь в подземелье. Я с трудом открываю глаза, надо мной стоит едва различимый силуэт доктора. Можешь гордиться собой, крысеныш. Ты только что совершил первый в своей жизни хороший поступок. Притом абсолютно неосознанно. Я полностью парализован. Единственное, что я могу сделать, так это обессиленно наблюдать, как доктор выходит из вагона. Только когда он исчез за деревьями, я понимаю, что выдал место, где находится подземный проход. В этот раз яд оказался слишком сильным, и я теряю сознание. Он меня чем-то напичкал, гад. Я прихожу в сознание через несколько часов. Ну что же. Ага, теперь все, теперь мы уже играем. Время идет. Инвентарь мой в норме. В общем, получается, какая ситуация. Я выдал ему, где подземный проход. Это, получается, самая первая локация у нас в доме. Только вот я думаю, что мне делать. Идти туда за ним, старый поезд, или здесь еще все облазить конкретно. Вот это меня вот больше всего и беспокоит. Хорошо, давайте здесь побродим. Время еще пока позволяет. Ящик, отлично. Давайте его вскроем, посмотрим, что в нем. Таблеточки. Как-то ящики скудненько нам стали давать лут. Вы заметили? Ну, наверное, вот так вот мы и пойдем вдоль края карты. Может быть, куда-нибудь нас это все и приведет. Так, подожди, вот это мне не нравится. Кто там орет? Ай, эти псы. Псы заскулили. А, я что, подхожу опять к псарник этой? Да нет, вроде бы не должен. Просто тупик. Здесь не вариант куда-то выйти. Ага, мы уже идем вниз. И я думаю, мы, наверное... Смотрите-ка там. На карте картинки... О, тихо, это что такое? Опа-на. А вот здесь мы не были. Слушайте, похоже так на человека, но вроде бы как не человек. Здесь абсолютно ничего нету. Странный какой-то... Что это у нас? Хм. Даже никак не обозначено. Но явно это был дом. Вот это как будто человек то ли замерз, то ли в паутине. Я не могу понять. Как будто он, знаете, сидит на жопе и коленки просто обхватил руками. Хм, странное местечко, вообще беспонтовое. Хорошо, давайте продолжать идти вдоль края. Ай, ё-моё, блин, ну что ж такое? Я же видел этот гриб. Но слишком сильно разогнался. Как говорится, у меня нет резких тормозов, поэтому вляпался. По самые помидоры. Нет, скорее всего, я так просто-напросто пробегу всю карту. А мне нужно вот сюда. На сухой луг идти. Так, тихонько, я вижу тебя, псарня. Ну, если что, у меня бутылочка молотого в руке. Я могу как-то себя защитить. Тихонько, тут кто-то лазит. А это-то что такое? А, это забор какой-то. Охотничьи угодья, значит, да? А мы здесь с вами облазили все, поэтому делать нам здесь нечего.
Так что ж, друзья мои, получается, что мы с вами здесь пробежали абсолютно всю карту. Все пооткрывали. И нам остается идти в подземелье. Наверное, мы этим с вами и займемся. Ну, по крайней мере, посмотрим, что мы от этого получим. Какой выдаст результат. Если нас там не пропустят, то значит, конечно же, нам рано еще. Ну, а если пропустят, то мы двигаемся в нужном направлении. Да что ж такое-то? Что тут вообще тупиковое все? Уже чисто низину всю излазили. Ладно, так сколько здесь этих трупаков будет валяться? А здесь мы уже по ходу дела пробегали, потому что грибы собраны. Ух ты, а это... Не помню я такого дела. Ого, смотрите-ка. Домик. И я в нем, походу, не был. Ключ от сгоревшего дома. Ничего себе. Журнал «Огонек». Молодежный журнал «Огонек» от 1975 года. Нифига, смотрите, главное, я когда свечу, дом просто рухлядь. А так все козырник, смотрите, стол, стулья. Светишь? Нет, нифига. Дом-призрак какой-то. Жестяк. А сюда меня пропустят? Нужен ключ, а вот этот ключик... Оу, от сгоревшего дома. Как раз подошел. Погодите, что-то мне это знакомая фигня-то, кстати. Локация. Оу, так мы с вами перебрались на карту сухого луга. Нам как раз это сюда и нужно. Здесь нам нечего ловить. Что это за такая фигня? А вот это неплохо сделали, смотрите, да? Без подсветки экскаватор нулевый, когда на него светишь весь разрушенный, сгнивший уже. Довольно прикольно сделали. Я не могу понять, что это за споры такие тут летают. Ну все, здесь нечего ловить. Шкаф абсолютно пустой. Машина, наверное, да, неактивна. Эх, вспомнить бы, вот, вот сюда нам нужно. Крестиком помечено на карте. Тут очень близко. Но, по крайней мере, ребят, мы с вами открыли проход между старой рощей и сухим лугом. Теперь можно пробегать напрямую. Не надо там через, извините меня, дебри эти пробираться. Сухой луг. Так, псина бегает. Ладно, аккуратненько пробегаем здесь. Так, вот сюда, по-моему, да, нам нужно? Я не помню, костер какой-то. Точно хоть сюда-то? Костра же не было вроде бы. Да-да-да-да-да, именно сюда. На полу виднеется нацарапанная мелом надпись. Это здесь. Ну-ка, давай проверим вход в подземелье. Ладушки. Я надеюсь, будет все без фокусов. Жутковатое местечко. Рюкзак валяется, причем пустой. В нем ничего нету. С факелочком. Как прямо Индиана Джонс, блин. В гробницах тут лазаю. Дорожка расходится. Поэтому не знаю, правильно я пошел, нет? Че, не пойму, что ты... Так, труп обыскать. А в трупе ничего не оказалось, к сожалению. А, ну это закольцовано. Тихо, вот это мы, наверное, вот так вот краешком обойдем. Что-то музыка как-то немножко... Да, дверь открыта. Дверь открыта, ё-моё! Ха-ха!
И куда же мы с вами попадаем-то? Не понял. Рюкзак. Факел и сигнальный факел. Это куда мы попали? Типа подвала, что ли, какого-то? Бункер? Но, по крайней мере, ребята, как бы... У нас цель была найти ключ номер 21. Помните? Так, что здесь такое? Огромный корень. Из огромного корня медленно сочится белая мазь, которая будто направляемая какой-то неведомой силой течет вдоль коридора. Ага, сюда мне не пройти. Ладно, идем пряменько. Так вот, нам нужно было найти ключ от этого подземелья. Но, по ходу дела, доктор его открыл. Он же узнал, где оно находится. Тихо, это что такое? Мужчина! Подходя к развалинам, я обо что-то споткнулся. Что это такое здесь? Я что-то не могу понять даже. Странный мягкий предмет. Опять какой-то крестик. Тоннель завалило недавно. Торчащие щебня металлические части арматуры еще не успели заржаветь. Присмотревшись, я заметил силуэт лежащего человека. Что-то я вот смотрю на эту картинку и не вижу никакого человека. Фигура резко дернулась, будто ее вырвали из глубокого сна. «Кто идет?» Я слышу слабый искаженный мужской голос. «Ты один из них!» Мужчина пытается встать безрезультатно. Я наблюдаю, как он отчаянно машет конечностями. Все это выглядит так, будто он приклеен спиной к земле. «Нет, умоляю!» Когда я подхожу ближе, он начинает нервно перебирать ногами, будто пытается отползти вглубь заваленного туннеля. «Я ничего не сделал, умоляю! Я хотел только пройти, вернуться к семье!» «Дерево перегородило единственный выход, единственный путь домой! Громадное, говорящее дерево! Я умолял его, просил дать мне пройти, но оно не слушало! Дерево что-то говорило, но я не мог понять что, и вот мы оказались здесь!» Мужчина оперся на локти, прикладывая неимоверные усилия, он пытался подняться, но, видимо, что-то держит его за спину и шею. «Я не могу встать!» Он тяжело упал на щебень и замолчал, его ладони сжались в кулаки. «Моя голова болит!» Он прикоснулся рукой к лбу и нащупал странную ямку над левой бровью. Он замер. «Что это?» Мужчина осторожно засунул указательный палец в отверстие на лбу, у него задрожало веко. «Камушек?» Я услышал звук, похожий на треск яичной скорлупы. Лоб под напором руки немного вогнулся. Незнакомец воткнул в отверстие второй палец, из раны прыснула густая слизь. Я слышу, как хрустит череп. «Маленький камушек!» Мужчина вытаскивает из ямки пальцы, с которых стекает бесцветная мазь. Он что-то в них держит. Что-то круглое. «Вот почему!» Он размахивает левой рукой и бросает в мою сторону то, что достал из черепа. Маленький бесформенный шарик отскакивает от моего плеча и падает мне прямо под ноги. Ё-моё. Похоже на пулю, но почему она мягкая? Найден предмет, пуля. А мне кажется, что это какой-то паразит. Это меня усыпило. Голова мужчины безжизненно падает на бетонный пол разрушенного туннеля и неподвижно замирает. Согласитесь, друзья, жуткая картина. Встретить вот так вот в туннеле чувачка, которого поглотили корни. А это мы читали. Ну что же, значит, мы с вами продолжаем путь. Исследуем этот туннель. Может быть, кого-нибудь еще встретим. На двери виднеется огромная надпись. Запретная зона. Но для нас никаких нет запретных зон. Труп. Ржавый колокольчик. Интересно. Факел и гнилой гриб. Оу. Это болото, что ли? Ой, как же я не вижу по воде тут пшикаться. Тихо, погоди, что это такое? Что это вообще здесь такое? Я хотел только пройти. Вернуться к семье. Это уже... Факел погас. Ё-моё, как ты вовремя... Давай вот так вот. Фух. Это тупик? Это тупик. А, ну тут можно войти.
Куда я вообще иду? Куда иду? Зачем иду? Непонятно. Куда я должен выбраться? Может быть, я уже выйду сейчас наружу? Тихо, ядовитые грибы нам не нужны. И здесь у нас тоже как-то все... А, нет, 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 ребят, ошибаюсь. Вот здесь есть проход. И свет в конце туннеля. Хотелось бы, что это был бы добрый знак. Тихо, тихо, тихо. Это кто такой? Я хотел только пройти. Так, вроде бы нету. А, так это может быть вот этот... Я даже не помню, кто это. Похоже было на ящерицу. Нафиг, вот так вот сделаем. Молотов это, конечно, надежно, но нам нужен факел. Черт, плохо, что у меня нет фонаря. Мне приходится выбирать либо факел. Это что такое здесь? Глаз? А это нарост. Осмотреть. Странный органический нарост. Ой, ё-моё, блин. Странный органический нарост. Мягкий организм, вырастающий из-под земли. Да ладно, мягкий организм. Это просто какое-то тело. Ну, естественно, органическое. На котором растут глаза, уши. Что это такое? Блестящий камушек. Блестящий камешек, привязанный к деревянному крестику. Даже так. Ух ты! Неужели какой-то выход нашли или спуск опять? Загрузочка, загрузочка ты наша. Но, здравствуйте, приехали. Глава вторая. Что это еще за, за новости-то у нас здесь такие? Новая запись, болото. Очень интересно. Открыта новая локация, убежище. Я нахожусь здесь. Ага, вниз я уже не могу спуститься. Старый компрессор сломанный. Что здесь у нас такое? Что-то вообще... Где убежище? Я не вижу, тут какие-то руины. Все разломано. Шкаф пустой. Вообще замечательно просто. Обалденное убежище, я вам скажу. А, вот еще, подождите, ребята. Тут у нас пила. 60 бензина там есть. Это что такое? Газовый баллон. Удар по баллону выпустит газ под высоким давлением. Интересно. Ага. Есть исправный генератор. Опять эти тут глаза, или как их там величать. Радио. Покрыто толстым слоем пыли. Похоже, что им давно никто не пользовался. Несмотря на это, оно пахнет горелым пластиком и выгоревшими проводами. Не понял, ребята, а чё, печурку я не могу активировать? Так, тихо-тихо-тихо, погоди-ка. Сюда не могу пройти. А как? Ага, вот здесь, наверное. Сундук. Сундук покрыт странной черной оболочкой. Чтобы его открыть, нужно сначала избавиться от этой субстанции. А ну-ка, прочь. Прочь, я сказал. Факел погас, вот тебе и раз. Рюкзак. О, ножичек есть. Табак. Для самокрутки. А, записка. Я могу разобрать только некоторые слова. Оболочка, вязкая слизь, свет. О, я понял, ребята. Берем лампу. Подтаскиваем ее вот к этой вот слизи. Помните, да? Они боятся света. Я это вспомнил, когда в прошлой серии от нее... Погоди-ка, не понял. А, надо включить, наверное. Смотрите, жжет ее, жжет. Или нет? А, да, все, исчезло. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут в этом сундуке? Горючее... Факел и пустая бутылка. Да, не густо. Шкаф тоже пустой. Что-то здесь все пусто. Так, мне показалось или нет? Что там кто-то сейчас рычал?
Ну, хотя бы верстак есть. Так, что у нас тут? Что мы можем выложить отсюда у нас ненужного? Давайте вот эту. Камни. Так, факелок. Бутылки давайте тоже вот эти выложим. Так, еще один факел. Слушайте, я не знаю, в принципе, можно было бы, наверное, и ножик выложить. У нас все равно боевое оружие — это лопата. Ну-ка, тут еще две двери. Здесь выход наружу, но такой он никчемный. Так, что мы... Блин, хотя бы фонарь мне нужен, а? Чтобы бегать по этим темным трущобам. Самое странное, что в этом доме я не могу сохраниться. Спуститься в подвал я тоже не могу. Карта довольно такая маленькая. Можно, в принципе, ее всю, как говорится, проверить. Мне вот эта штука напоминает... Ухо почему-то. Дайте-ка я лопатой разочек по нему огрею. Ага, фиг там. Ничего не происходит. Колодец тоже нужно будет починить. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноточке мы с вами закончим эту серию. И уже в следующей начнем тут все рыскать, изучать, смотреть, что здесь у нас будет. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видосиков. Всем пока, ребята. Удачи вам.